ваших коментарів. I don't wanna do this. Ну, вас не видять нічого сняти. Я аутист. Я вже попросив покинути здание. Опять-таки здесь, то, что я тебе говорил, надо прийти. И не приходишь сюда. Васёк, почему ты решил стать музыкантом? Я решил стать музыкантом, наверное. А если не выйдет, то займусь каким-то дизайном. Потому что мне нравится музыка. Люблю прыгать по ноткам. Сейчас я играю на барабанах, вибрафоне, гитаре, немножечко бас-гитаре и капельку на клавишах. А вокал, Васёк? И на вокале капельку. I don't wanna do this. Может, буду композитором, может, буду в какой-то группе играть, может быть, еще что-то, может, буду учить людей. Сначала хотел на трубу пойти, меня папа там нарисовал разные музыкальные инструменты, я выбрал или гобой, или трубу. Вот, мы пошли в музыкальную школу на Подоле первую, вот, а там трубы не было. Вот, и пришла учительница по бандуре, Татьяна Прокофьевна, и сказала, что хочешь на бандуру, пошли покажу. Я такой, пошли. Как увидел, вот, начал вот это играть, очень мне понравилось, и я вот так вот играю. А это чья бандура? А. Давай, может, я подержу? А? Может, я подержу? Если можешь. Могу, конечно. Моя подруга. Да. Thank you.
я отношусь по-своему. Вот. Это мое личное вообще, моя душа — это музыка. А рисование — это я просто, знаешь, как дышу. То есть я, в принципе, научился рисовать, вот. И это без проблем делаю. Не забудь. Сначала я рисовал что-то не очень хорошее, какую-то муть. Вот, а сейчас потихоньку так уже начинаю нормально расписываться. В Японии ж культ вот этих суш всяких, вот морепродуктов. Вот и это как суша. Такая. Смотрел вообще фотографии, там гравюры. Оказывается, есть гравюры еще сумоистов. Это очень давний такой спорт. Вот. И нарисовал там. Мы зарабатываем по чуть-чуть. Ну, я играю на бандуре. Мы вот с Васьком давно, в том году, вот, выходили тоже играть, созвонились, заработали 75 гривен. Я их потратил на салфетки. Но огромную пачку туалетной бумаги. Просто, знаешь, в американских фильмах модно, типа, вот эта вот туалетная бумага, целый рулон, такой огромная пачка. Я тоже купил. А потом разматывал на себе. На тэквондо. Уже занимаюсь 10-й год тоже. Вот, красно-черный пояс. Интересно, конечно, время от времени кого-то побить так хорошенечко. Но я больше пацифист. Заставляют заниматься? Не, сам занимаюсь. Но иногда заставляют. Вот. Это очень редко. Это не изверг, это мой отец. Или мама. Все. Тормоз. Аннигиляторная пушка! Это по-русски. Но тоже звучит круто! Мне нравится. Интересные пейзажи. Я занимаюсь музыкой, потому что мне это нравится. Я занимаюсь музыкой уже 5 лет. 5 лет! А музыку пишешь, Васёк? Плохо пишу. А чём? Потому что очень надоедает, устал, голова. Это группа. Тут написано в натуре она называется. Год назад, полгода или год назад, она образовалась, группа. Я не шуршу микрофон. Что? Смотри, мне подарили плакатик. Ты что, красивый? Как самому модному по всему миру. Да, прикольно. Хочешь? Давай. Тоже как грамоту. Пока. Ну вот у меня есть один друг. На, забери его в ломбард, не взяли. Пошел. Ну, у вас не выйдет ничего снять. Я аутист. Ой, Венечка, идем. Напугаем? Папина дочь. Ба! Ты испугался, тварь. Мимо, маму. Да, приду, 50, 60, приду. 1, 2, 4, 5. Далее смотри. 1, 2. Такой стиль жизни. Ну так. Thank you.
Все, учись, смотри. Соль, си, соль, си, фа, си, фа. Ты чё, по нотам? Да. Что, выучил на Дэри? Да. Дэри. Я этих снеков очень сильно съел, и у меня очень сильно потом болел рот, чуть кровь шла. Это Данечка. Куда мы пойдем? Мы пойдем на Хрещатик, чтобы нас там побили гопари и забрали все наши деньги. Привет! Нас снимают, привет. Привет. О, пока. Мне теперь стыдно жить вообще, понятно вам, нет? Играть не умею это. Давай твой, потому что мой что-то не очень прибыльный. На, ставь чехол. Подожди, блин, скажи аккорды. Что это? Редис. Тварь. Я не могу с ним играть, пацаны. До диез, ми, до диез. Дальше. До. Бум-пам-пам-пам. Опять вступление. Идем отсюда, нафиг. Ну что, ну посмотри, 3 гривны, ты понимаешь? 3 гривны. Надо будет подумать, что я мечтаю. Например, чтобы музыкальные инструменты чуть-чуть дешевле стоили. В группе Онука есть гениальный бандурист. Бандуристов сейчас уважают. Кто? Все. Почти все. Я, мои творческие планы попроситься у Гадюкиных сыграть у них на разогреве. Еще мы будем играть у нескольких групп на разогреве.